Я помню, первый раз пошел в поход. Насильно взяли папа меня с мамой. И целый день, прикрывшийся панамой, мы все ползли, куда сам черт не разберет. Как проклятые шли мы без дорог, и я холодным потом обливался, под их закон от тяжести склонялся и все шептал, присевши на пенек. Ох, звонили, ох, звонили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. И я сказал себе, ведь я ж не идиот, и заманить меня вам больше не удастся. Пойдем, сказали мне, на лодочках кататься. Так я попал в байдарочный поход, и понял я, что мне опять не повезло. Промок, замерз, у них лодки хоть залейся. Сказали на, сыночек, отогрейся, и дали в руки мне огромное весло. Ох, заманили, ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. Потом купили мне велосипед и научили кое-как кататься. Пришлось в походе 2 недели проболтаться. Крути педали, мне кричали карапет. И я крутился слезами на глазах, а вечерами пел им песни про дороги. А у меня уже давно болели ноги, и попа вся была в кровавых лазерях. Ох, заманили, ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. Сказали мне, так ты турист уже, чувак, но красоту райских гор не любовался. Так я опять на уговоры их поддался и как дурак пошел на лыжах на Канжак. В гробу я видел красоту райских гор, месил сугробы, как тесно мама Люба. Мороза 30, я чуть-чуть не дал там дуба, касаясь тем, что был на печке кочегар. Ох, звонили, ох, звонили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. И больше никуда я не пойду, я с рюкзаком проклятым распрощался. На компасе, как на кресте поклялся, то лучше буду я гореть в аду. Но не могу покоя я найти, зовут к себе бескрайние просторы. Теперь готов я подниматься в горы и на Байкал под парусом идти. Ох, позовите, ох, позовите, рюкзак огромный я готов носить, и гадостью какой-нибудь кормите. Я из палатки научился выходить.